Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем тест нашего нового героя Асуры. Сейчас попробуем ему наролить что-то другое. Хотелось бы огненную защиту, но, конечно, я не отказался от новых талантов, пятерок, ну и не единичек. Попробуем сейчас так поролить. У нас на 1180 самоцветов. Попытаем свою удачу. Я пробовал уже сегодня. Потратил кучу коробок, кучу карт, и, честно говоря, новые таланты только четверки выпадали. Пятерок пока, к сожалению, не было. Так, ну сюда неплохо было бы еще огненную защиту потестировать, посмотреть изменения. Как она будет работать вообще, как он будет отражать, как будет работать понижение. Так, гнев. Но это все не то. Как видите, сегодня акция на таланты пятые. Ну, честно говоря, падает одна параша. Проще коробок на кулаки закупить. Вот опять. С топовых талантов сегодня вообще ничего не упало. Так. Ракушка падает. Зачем мне эта ракушка и просветы? У меня уже все герои хорошо прокачаны. GG. Гнев. Просто троллинг по талантикам. Такое чувство, что нереально просто выбить. Я не знаю, как мне на китайке повезло с этим талантом с коробки. Тут в два раза больше коробок открыл, и такая параша упала. Ну, конечно, топовые таланты для многих, но именно то, чего я хотел, просто тупо не упало. Ну, коррозия 5-5. Для чего она? Ну, дай, блин, пятерку, чтобы мы сразу побежали от этого героя на фрейю. Берс. Ну, Берс, херня полная. Конечно, скоро эти таланты будут продавать. Блять, вот скажите, что это не троллинг. Это жесть просто. Железная воля, которой тоже дохренище уже. Двойка была. Замедление. Пока оно нам не надо. Берс тоже. Не особо хочу я эти таланты. Кулаков, к сожалению, говорю, кулаков. Бег. Это просто жесть. Когда, интересно, к нам... Роло-троллово, так бы я это назвал. Ни одного топового таланта. Такую хрень пихают. И пусть еще скажут, что это нормально. Дайте уже пятерку новую. Кому эту ремку пихать, если ее рунами уже столько напродавали, что имели бы совесть, поубирали бы половину отсюда талантов. Представьте, что дальше будет. Утекание. Кому оно надо уже? $80,000. Ребята, в никуда. Ну как в никуда? В кулаки, которые нахрен не нужны. Я говорю, все идет по повторному кругу. Даже менять не хочу героя. Ладно, похрен. Сказал, не хочу менять, и взял, поменял. Ну, четверка. Ну, че не пятерка? Так можно бесконечно просто ролить, и будут... Тут вообще четверки, пятерки не падают. Люблю обновы. Каждая обнова минус 500 тысяч самоцветов как минимум. Так, разбросик. Вот это вот интересно.
Насчет разброса я думал. Так, череп у Тесси я уже поставил. Многим героям уже понаставлял. Кого я бы хотел еще попробовать с разбросом. Тем более этот разброс будет на архидемона. Есть такие герои, что будут и заряжать. Что у нас по бигфутам? Исцеление, каменка, ожог. У меня был стрелок, опять придется что ли делать. Так, а ну-ка, ворожай. Замедление, в принципе, ему это нафиг не нужно. Да и разброс ему тоже нафиг не нужен. Стрелок и замедление, и стойкость. И стойкостью хороший, с замедлением. Так, Тессу мы уже, в принципе, приходовали частично. Так, Арктика пока пусть будет такая. Череп у нас есть. И у нас по тыковкам Берс. Фиг его знает, что там с этими архидемонами реально будет. Даже не знаю, кому тыкать. Попробовать ведьмы, что ли, если они не будут включаться. Так, тут стойкость есть. Ну, железная баст, в принципе, топовая. Замедление для этого. Стойкость уберем, поставим разброс. Будем тестировать разные варианты. Пусть будет. Лаку, в принципе, особо хватает. Поехали дальше. Как видите, ну, просто нереально. Проще это, эти таланты за донат там с общей баназы вытащить, либо еще откуда-то, потому что, ну, отсюда это просто издевательство в первые дни. Каменная кожа. Давайте сделаем пока смену. Поставим ему, прокачаем каменку опять, потому что мы тестировали уже его с уроном. Поставим сейчас каменку. Будем тестить с каменкой. Поехали еще. 80к у нас осталось на следующий талантик. Ну, как видите, рандом с коробок сегодня куча огненной защиты выпала. Но я ролил все-таки до того, как выбил героя, потому что, ну, захотелось так. Блин, ну, это жесть какая-то. На китайке, конечно, повезло. И разброс. Так, еще один разброс. Может поставить огнекрыл. Он тоже часто используется уже на архидемонах. Ну, с разбросом он... Да, и в принципе с бастионом он особо уже не нужен. Ну и нужен, и фиг его знает. Давайте поставим на Фрейю. Тоже думаю, интересно будет такая сборка. Чисто ради интереса, как она будет многих выносить. Так, окей. Будем бегать с разбросами по PvP локациях, тестировать. Так, следующий. Поехали дальше. Ну все, с разбросами, в принципе, я уже так более-менее разобрался. Давайте все-таки еще какой-то топовый талантик. 64 тысячи у нас есть. Попробуем вытащить. Если нет, потом возьмем коробочки. Будем пробовать. Все равно кулаки девать, по сути, некуда уже. Пока. Пока они ничего не придумали. Ну, опять же, видите, единичка и ничего не сделаешь. Блин, падают они, показывает. По-любому кто-то довыбит топовый талантик, но все равно они со временем будут и продаваться, и падать.
сливать мне кучу самоцветов смысла не вижу. Они, конечно, того стоят, но опять же, с таким рандомом ожог. Вот, следующий у нас будет с ожогом тест. Тоже, думаю, будет очень интересно посмотреть. По нем попадать не будут. Посмотрим такую сборочку. В принципе, все. Такой вот меню у нас был роллинг на почти 140 тысяч самоцветов. В итоге мы выбили там не особо топовые талантики, но добились еще каких-то талантов, которые интересно будет на нем протестить. Все, пишите комменты, подписывайтесь обязательно, лепите лайки, делаем разные сборочки. Всем пока.